такой же красивой скоро станет и сама трасса. На Лазутинке начали работать снежные пушки. А снижение будет проходить в несколько этапов. Сначала снегом покроют 300-метровую прямую и 600-метровый круг. Эти пушки начинают эффективно работать от температуры воздуха минус 5 градусов. И, соответственно, чем ниже температура, тем больше их производительность. Ну, очень много нюансов различных. Также имеет значение влажность воздуха, имеет значение температура воды, которая подается в пушку, давление, с которой работает система. В общем, это довольно сложный технологический процесс. Но для примера могу сказать, что в прошлом году, когда мы снижали 2,5-километровый круг, эти пушки произвели где-то порядка 5000 кубометров снега. В работе задействованы две снежные пушки, которые являются собственностью парка. Именно искусственный снег меньше подвержен таянию, поэтому и сохраняется дольше. В ходе второго этапа снегом покроют лыжный стадион и саму трассу. Жители уже соскучились по зимнему сезону, многие хотят покататься на лыжах. И по опыту прошлого года, как только Ретрак начинает планировать трассу, делает ее более или менее пригодной для катания, тут же появляются люди и вносят свои коррективы в работу. Поэтому таким нехитрым способом мы, в общем, решаем задачу в первую очередь о снижении. По словам директора парка, на весь зимний сезон запланировано много событий. Трасса к этому времени будет готова. Здесь можно будет покататься на лыжах или просто полюбоваться природой. Екатерина Крамер, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».